Lesson 3. Section 3.1. Reading practice. Здравствуйте. Здравствуйте. Hello. How are you? Доброе утро. Доброе утро. Good morning. Как вас зовут? Как вас зовут? What is your name? Меня зовут Игорь. Меня зовут Игорь. I am called Igor. Меня зовут Андрей. Меня зовут Андрей. I am called Andrei. Меня зовут Нина. Меня зовут Нина. I am called Nina. Меня зовут Мэри. Меня зовут Мэри. I am called Mary. Я не понимаю. Я не понимаю. I don't understand. Говорите медленно. Говорите медленно. Speak slowly. Пожалуйста. Пожалуйста. Please. The vocabulary list from section 3.2. Я. Я. I. Он. Он. He. Она. Она. She. Оно. Оно. It. Брат. Брат. Brother. Город. Город. City, town. Дядя. Дядя. Uncle. Женщина. Женщина. Woman. Сибирь. Сибирь. Siberia. Письмо. Письмо. Letter. Утро. Утро. Morning. Такси. Такси. Taxi. Я понимаю. Я понимаю. I understand. Где? Где? Where? Да. Да. Yes. Нет. Нет. No. Здравствуйте. Здравствуйте. Hello. Как? Как? How? Медленно. Медленно. Slowly. Не. Не. Not. Спасибо. Спасибо. Thank you. Пожалуйста. Пожалуйста. Please. Don't mention it. Вот. Вот. There is. There are. When pointing at something. Хорошо. Хорошо. Well. Good. Okay. Section 3.3. Question and answer drills. Где Борис? Вот он. Спасибо. Пожалуйста. Где Нина? Вот она. Спасибо. Пожалуйста. Где письмо? Вот оно. Где Сибирь? Вот она. Где такси?
Вот оно. Где Ваня? Вот он. Спасибо. Пожалуйста. Section 3.3. Gender. A. Masculine nouns. Город. Брат. Лондон. Борис. Андрей. B. Feminine nouns. Женщина. Водка. Нина. Москва. Неделя. C. Neuter nouns. Утро. Свидание. Письмо. D. Nouns ending with a soft sign. Feminine examples. Мать. Сибирь. Ночь. Masculine examples. Царь. Игорь. Рубль. E. Nouns of foreign origin with un-Russian endings are neuter unless they denote people. Taxi. Taxi is neuter, but... Mary. Mary is feminine. F. Nouns ending a or ya, which denote males, are masculine. Дядя. Ваня. Папа. Exercise 7. 1. Здравствуйте. Меня зовут Нина. 2. Пожалуйста, говорите медленно. 3. Я не понимаю. 4. Где письмо? Вот оно. 5. Да, вот оно. Спасибо. End of lesson 3.